Здравствуйте, меня зовут Ржена. Я сейчас прохожу обучение в школе Lingua Contact на курсе «Английская грамматика для переводчиков». Сейчас мое недавно у меня прошло четвертое занятие, и я пока что очень довольна. Мне нравится, что нам рассказывают о таких неочевидных проблемах, с которыми сталкивается переводчик, о которых я человек, который занимается пока только любительскими переводами, и вот я даже не подозревала, что есть такие сложности. Также наша преподавательница Евгения Горн очень харизматичная, всегда keeping us on our toes, не дает скучать, не дает расслабиться, посидеть без работы на занятии. Еще мне очень нравится, что сама система обучения очень хорошо систематизирована. Мы знаем, к чему готовиться на следующем занятии, знаем, чего ожидать, всегда можем вернуться к тому, что мы уже недавно прошли. Еще мне очень нравится, что эти знания, которые мы, допустим, получили на одном занятии, мы их не прошли и забыли, а мы их запомнили и применили уже на следующем занятии, применили их уже в задании по следующей теме. Так что я уже замечаю какой-то прогресс у себя, что я уже начинаю больше думать как настоящий переводчик. И поэтому я уже присматриваю, какой курс мне взять следующим, потому что пока впечатления только положительные.